Краснодар готовится встречать весну. Синоптики обещают дождливый март, поэтому особое внимание городских служб приковано к ливневкам. Прошлогодние ливни помогли выявить самые проблемные улицы. Сейчас их обрабатывают в плановом порядке. Дважды в неделю подрядчики выезжают по заявкам от населения и прочищают стоки. Гидравлическая и вакуумная машины уже решили проблему на улице Солнечной. Напором воды вымыли листву и грязь из коллектора. Продолжается и борьба с несанкционированными канализационными врезками. Капризом марта готов весь парк водооткачивающей техники. Ликвидировать последствия возможных подтоплений в городе будут 25 машин. У нас благодаря единой диспетчерской службе города проводится и видеомониторинг, кстати, тоже проводится мероприятие по отслеживанию зон подтопления. В рамках контракта мы устраняем эти подтопления. Проводятся содержательные работы, ремонтные работы по обследованию и улучшению работ насосных станций. Пострадали этой зимой и тротуары. Подрядчики восстанавливают дорожное покрытие на 117 улицах, на отдельных участках которых есть провалы плитки и повреждения асфальта. На улице Селезнева из-за просевшего покрытия собиралась большая лужа. Здесь рабочим пришлось исправлять недочеты своих предшественников. На состоянии пешеходной зоны сказываются не только зимние перепады температур. Иногда проблему создают корни деревьев. А бывает, что и сами горожане не берегут бюджетные рубли, потраченные на благоустройство. Часто приходится сталкиваться с тем, что местные жители припарковывают свои машины на тротуаре, тем самым разрушая плиточное покрытие, так как тротуар не приспособлен для движения транспортных средств. Будь то это плитка, либо асфальтобетонное исполнение тротуара, неважно, происходит разрушение. В Карасунском округе уже приведены в порядок тротуары на Фадеева, Мачуге и Селезнева. На Старокубанской работы продолжаются.